Ну, когда уже прогрузится. Ну, сейчас будет очередное великое стояние в ожидании пятой хилочки, ой, четвертой хилочки. Или стоп, нет. Йорик, который ScoobyDooo. Чуть-чуть пить каплю. Это логичный выбор на Йорика. Нам он все же очень хорош. Ничего не скажешь. Память постоянно будет, конечно. Самая главная задача Йорика. Память отхиливаться. И да, второй Йорик тоже берет каплю. И теперь они оба ждут, хотя по одной постоянно. Так же, как обычно, две хилочки. Интересно. И уже получил один стак. На капле. Их возникает общение в чате же. Ну и начинается великое расстояние. Ну нет, они решили сразу подраться. И про хорошему оказывается больше стыдно, потому что мама решила побег, убежать быстренько. Уже он потратил Ignite сразу. Скуби уже потратил щит. Ну теперь остается только у Скуби Ignite. Маша только щит. Начал очень агрессивно. Очень агрессивно. Ну что оно сейчас будет? Я не думаю, а уверен, что сейчас будет зоник. Зоник от фарма. Стараться. Все. Вот они уже, в принципе, и на раунд. Да. В обратную сторону все-таки. Пентакил Йорик делает свой первый кил. В обратную сторону не осудил, что Йорик, который мамаша, поражал щит. Откуда поражал Йорик? Ну, захарачил его, уже больше. Теперь он даже фарм не больше. Драка. Скуби уже поют ульту, ну, естественно, Мамаш начинает его кайфить. Или нет, а зачем это делает? А, ну, просто вызвал гуль, натравил, ну, Скуби не умирает, но у него уже нет ульты, а у Мамаши еще даже нет 6-го левела, чтобы поить. Ну, все-таки Мамаш убивает его. Начинается 1-1. Скуби уже покупает полностью Манамун. Мамаша себе так позволит чуть-чуть. Понял, что это был на базе. И начинает тоже бить башенку потихоньку. У него уже потрачена треть башни. О, он юзает ульт, чтобы побольше пробить башни. Как это резко. Не сильно больше он пробил ты ее от этого. Но если бы он мог полностью бахнуть, да, это еще может быть как-то это и было бы оправдано. Или что-то вызвать ульт. Потратить, наверное, он собирается в ближайшие минуты.
bicho. Ui, tô com cooldown foda. Прикрыть. Может снова отправляется отдыхать. Покупает теперь уже, вероятно, полный манаму. И это что будет? Фейдж, что ли? Скорее всего, фейдж. Все-таки Йорик утренний кошек. Очень-очень классно. Все будет у него, я так полагаю, не скоро. Почти не остается башни первой. Вот, точно буду называть синего и фиолетового Йорика. Перекидывание гулями, характерно для игры Йорик против Йорика. Вбивает килку у него, а фиолетовый Йорик вбивает против синего Йорика. Короче, у него гораздо больнее. Скрипнайк. Тут очень сильно сейчас крипы покоцали. А, Скуби юзает ульту и будет. Чем башню добил, и после этого переключается на мамашу. Ну, мамашу грамотно кайтит. Не знаю, успеет он его убить, вероятно, нет. Не успевает он его убить. И будет сейчас, возможно, какой-то контрпуш, хотя контрпуш уже у него не получится. Башню, я думаю, он успеет, потому что фиолетовый Йорик уже резнулся, уже купил Frozen Heart, Glash Assault. И опять мамаша юзает ульту для того, чтобы просто побить тауэр. Не очень я этого понимаю. Может быть, я действительно просто чего-то не понимаю. Возвращается синий Йорик. Место выжидает, вероятно. Какой-то жизненный авк, полуавк. Зналовато чуть-чуть, значит, потонул на сайте. Я вот не знаю, выполнится они по внутреннему таймеру, или 40 секунд после того, как их взяли. Наверное, 40 секунд после того, как они взяли. И непонятно, зачем он ждал, не стал брать свою силу. Что-то он зря сделал. Замедляет подвыски, или это Йорик, синий Йорик. Но не успевает его быстро, так меня расхарасить, все-таки отпил от гуля. Это отпил от гуля. Респаунер в пилке. Да, видимо, он хотел либо затянуть их респаун. Да не знаю, на лягре я буду себе. Сейчас чтобы посмотреть, здесь было 8 минут. Смотри, полина смотреть буду взято сразу. Тут уже фиолетовый Йорик просто для того, чтобы пробить вторую вышку. Но именно в данном случае стопудово сделано грамотно, потому что домогаем хватит, времени тоже хватит. И вот они ботинки в ХДР. Синего Йорика. И тоже, вероятно, будет просто сталкиваться. Все ботинки на Йорике одна из важных составляющих. Или Йорик на Йорике, по одной причине, что кайт гули первым тапком настолько удачно, как кайт гули, да и не только гули, кайт ульты, конечно, тоже ладно. С первыми ботинками особо так не будешь, ну, против вторых ботинок, естественно, убегать от Йорика оппонента. Второй ботинок все-таки будет отстать. Убежать уже не даст. Вот, опять драком. И ты, я так понимаю, ни одного из них нет. Хотя нет. Ну, Йорик не будет. Он его не будет еще тратить. Если он будет его тратить, то будет пробывать вышку. Так, хорошо. И так хватает. Вот хватило сейчас. Похарасил гораздо больше. В кубе. Да,
Даже не будет. Вот она ульта. Вот она вторая ульта. Он что, он убегает копией? Если не копией, то с тобой даже нормально. Нет, стоп. Он убежал копией, вместо того, чтобы убежать с тобой основным. Говорит, почему он так рванул? То есть вместо того, чтобы бить и с собой копией, он просто увел копию, которая все-таки это просто копия. Не дает выжить. Как-то он криво это сделал. Зачем было копию так проводить? Снова драка один на один. Ну, как-то на КДР никак не помогает, никак не спасает. Там была драка на 13-12 левел. В клубе было меньше хп изначально, я так понимаю, но это никак не помогло. Синему Йорику. Юбик отключен. Ему еще 10 секунд. Отдыхать. Несется уже первая вышка под лев. Юрик лесит, он думает, что дадут. Цель этого Юрик отдыхает. И отдохнет 30 секунд, заодно закупит. Тапком, вероятно. Этот тапок Юрику я бы покупал все-таки не КДР. Да и не Нинджитаги. Для кайта мерки. Мне это помогает тоже здесь много. Юрик. В этом случае далее ее можно домогу называть. Когда не закайдет. Все равно против АДшника. Очень хорошая вещь. А мерки помогли бы здесь кайтить. Меньше было бы замедления. Но кайтить тут и не приходится, тут у них постоянно драки лоб в лоб, и кайта такого и не бывает. И снова драка один на один, тут 14 левел. И снова отбегает копия, я не понимаю, почему он копия отбегает, копия у него лезет, абсолютно не понимаю, он просто ульту зря реально вызывает, у него копия пропадает, она не наносит никакого дамага, и его не лезет сейчас, сделал какую-то вот это его очень важная ошибка. Я не понимаю, почему он это сделал. Я, наверное, спрошу у него после игры, почему он два раза. Ладно, один раз. Можно понять еще, что там ошибка. Случайно ткнул. Но почему он два раза бегал целенаправленно копию, я не понимаю. Значит, проносится. Нет, кажется, нет. Не знаю уже, каком по счету. В турнире 1 на 1 побеждает эта неделя ScoobyDooobyDooo. Все-таки Йорик со скином оказался сильнее Йорика без скина. Всем удачи, до следующей недели. С вами был FlotFake. Увидимся на повторах FlotFake.